Через несколько минут. Йоу, Фриск! А, Санс, ты готов к нашему свиданию? Когда ты будешь готова? Вау! Сейчас целуйтесь! О боже, заткнись! Я захватываю человека. Я беру его душу с помощью магии. Я захватаю его душу. Я сажусь на унитаз. Погоди, что? Санс, Папайрус! Ла-ла-ла. Ло-ло-ло. Я один, нокая... Прости, Грилби, я обещаю, я заплачу тебе позже, пока. Бедный, бедный Грилби. Дай мне помочь тебе с помощью моей магии. Би-би-би, бу-би-бу-бу. Бум, новый дизайн триера с полной аудиосистемой. И мускулистый вышибала, который будет впускать только клиентов, которые действительно платят. Ох, постой, совсем забыл про то, что закрытие должно быть раньше полуночи. Ты ведь не вернешь это назад, не так ли? Нет, но волшебное заклинание автоматически активирует режим полуночной лихорадки. Что за я не хотел этого? Эй, Альфис, ты часто падаешь на пол? Нет, а что? Просто я думал, что у тебя активная половая жизнь. Чего? А ты знаешь про нечто, которое живет под твоей кроватью? Не пугай ребенка, падла. Бла-бла-бла-бла. Это было довольно громко, Г. Я не знал, что ты... Это не я! Легендарный Пердун Газтер. Чё как, Альфис? Посмотрим, как ты будешь называть меня другом после этого. Давай, скажи это. Палет, я не знаю, с чего начать. Можем ли мы поговорить? Подойдешь ближе, начну кричать о помощи. Чего? Текс. Ты сказал мне, что перестал курить. Плохой паппи. Мой бог, мне жаль, бро. Пожалуйста, перестань. Дитя, стой. Сейчас не время идти туда. А почему? Что там? Ну, понимаешь, ванная все запачкана улитками. Даже забыла почистить после них. И мыло еще упало. Выглядит как отговорка. И открываю на счет три. О мой бог, не надо. Раз. Нет-нет-нет-нет, два. Три. Нет! Рух. Эй, малая, не хочешь со мной искупаться? Увидев Санса в ванной с кетчупом, вы переполнены решимостью. Что стряслось?